Привет, друзья! Вы на канале Костя, Лариса и Егор. И я сегодня буду распечатывать киндеры. Да, киндер Макси мой. Да, еще мы будем распечатать киндеры из серии «Звездные войны». Вот тут есть Мастер Йода, Чубакка и... Я забыл. Самого главного. Дарт Вейдер. Да, Дарт Вейдер. Да. И киндер Макси. Ну, давайте тогда. Егор будет распечатывать маленькие киндер-сюрпризы из серии «Звездные войны», а Лиса в конце у нас распечатает киндер-сюрприз Макси. Да. Самый большой киндер, да? Да. Ну все, давай. Подожди, Алиса, сначала Егор распечатывает, а ты пока нас развлекай. Начнем с Мастера Йоды. Давай. Сейчас будем смотреть. У меня есть Сафира. Кто у тебя есть? Сафира. Это кто такой? Такой дракончик. Такой дракончик. Ну ты яйцо пока положи сюда, чтобы оно не растаяло, а то оно у тебя в руках вон уже нагрелось и начало таять. Что-то мне не попадется здесь. Так. Кто там попадется? Не здесь. Сейчас посмотрим, кто там у Егора попадется. Так, смотрим. Здесь. Опа, это что такое? Это точно не связь. А, нет, это может быть связь, так можно так наклеить. Да, так. Войны. А что это такое? Войны. Это надо собрать, наверное. Да, наклеить наклейками. Есть еще наклейками. А вот это вот тут вот. Брелочек. Это такой для красного. Это брелок. Брелок. Это такое. Вот какая-то штучка такая попалась. Через которую еще видно красный. А, точно. Это такое это, да? Пока, покажи, как смотреть. Легче тоже. Это держать и смотреть, да? Да. Ну, прикольно. А, это, ну да, через него смотришь, и что-то там, что-то должно быть видно в красном цвете. Ну, давай, следующий открывай. Нет, тут у нас на наклейке. Наклеить? А куда? Вот, тут есть какая-то еще игра. Да? Да. Ну это, наверное, специальный какой-то инфракрасный свет, чтобы через него видеть, и то, что обычным зрением не видишь, с помощью этого прибора. Классно! С помощью этого прибора видишь? Да, вот. Вы тут ничего не видите. Да? Сейчас. Опа, а точно. Ну-ка, Егор, растяни. Подальше. Так, тут что-то какие-то карты. О, а когда представляешь вот это вот, то сразу раз видно Дарт Вейдера, там Мастера Йоду. Прикольно. Это игра какая-то такая интересная. Ну, Егор, дай Алисе, пускай она посмотрит, а ты открывай теперь следующее яйцо. Наклейки сейчас не тут наклеит. Так, вот это вот сюда вот. Так. Вот он, Чубакка. Ты знаешь Чубакку? Да. Ну-ка, покажи. Чубакку и Йоду я вижу. А, Чубакку и Йоду ты знаешь? Да. Ты же, по-моему, этот фильм даже и не видела. Откуда ты Чубакку знаешь и Йоду? Ну, потому что они были в мультике. А, ты мультик видела «Звездные войны»? Да. Чубакка и Йода. Чубакка и Йода? Да, потому что они были живыми. О, классно. Ну все, откладывай. Алисе, давай, она пускай пока там с картой разбирается. А ты следующий киндер открывай. Так. А я попробую киндер пока. Дальше у нас будет Чубакка. Кушать какой? Дальше у нас будет еще Чубакка. Чубакка? Ну давай. Не видно дальше. Вы распечатываете киндер яйца, а я их буду кушать, да? Нет, мы тоже ходим после съемки покушать. Так вы пока будете сниматься, а я все съем. Нет. Да? Ты же на мне ставишь. Не оставлю, я все съем. Мне очень нравится. О, еще. А это что такое? Я тоже хочу открыть. Подожди, в конце будешь его открывать. Так. Тут у меня Сафира падает. Сафира падает. Так, а это что такое? Это что же серии, как и вот это вот. Да? Это вроде бы брелок. Брелок? Да. А, точно, брелок. Давай, собирай, прикольный такой брелок. Нам она как раз попадается, не вот такие вот игрушки, а нам попадается что другое, то брелок. А, ну давай, собирай его. И Дарт Вейдер. Дарт Вейдер там? Да. А ты уже смотришь, да, его? Да, мультик Дарт Вейдера,
и Йоду. Мультик про Дарт Вейдера и Йоду? Посмотрите. Так ты его собери сначала, Егор, а потом... Нет, тут показывают, что тут надо наклеивать сразу. Да? Да. Ладно, я пока киндер съем. Я хочу тоже. Тоже хочешь? Тогда и я. Ну и сладкоежки, а? Какая вкуснятина, да? Я съела весь. Весь съела? Так, ну что, Егор, собрал брелок? Да, он тоже собрал. Ну-ка, показывай. Ну, прикольный брелок. Мне кажется, вот это надо вот как-то попадать. Ну, это там регулирует. Не, почему? Оно защелкнулось и все. Нет, ну мне просто, чтобы было так, поближе. Ну-ка. Нет, оно вот так вот. Да все, оно... А, ты не с той стороны его одел. А, не с той стороны? А, хотя и с той. Ну, прикольный брелок такой получился. Ладно, давай откладывай. Следующие. Так. Дальше? Да, я не буду подавать маленький. Дарт Вейдер. Дарт Вейдер? Ну давай, будем смотреть. Дарт Вейдер. Я не буду подавать маленькие яички. Маленькие яички будешь подавать, Дэнни? Да, я сначала мальчик с глазами, с ручками яички. И они говорили о-о. Опа, прикольно. Это вообще? А это вообще из «Звездных войн», да? Говорили. Ну-ка, покажи, что там. Опять расширили, вот. Так это ты, по-моему, это же. Да? Это ты брелок достаешь. Вот же. Папа. Да. И еще яички говорили о-оу. Вот. Так, это что у нас попалось? Вот, что расширили. А, это попался космический корабль. Папа. Если из той же серии, где брелок. А, из той же серии, но папа, это вот космический папа. Корабль это. И нам еще почему-то раз не попадается. Космический корабль и голова. Кто это тут? Воин? Да. И голова слово воин. Космический. Ну, давай, собирай. Пап, яички еще говорили о-о, и прям выпрямили краску и прям бокалу эту яичку. Правда, что ли? Это где ты видела такое? В мультике. В мультике? На компьютере. А, ну здорово. Тут? Так, что Егор там собирает? Я смотрела еще мультик Макса, и он открывал Киндер Макси. Да? Все любят открывать Киндер Макси. Да? Да, вот такой. Я тоже люблю такой. Тоже любишь открывать? Да, не они маленькие, сложные войны, а мне вот такой. Угу. Да. Ну что, Егор, получается? Угу. Давай, соединяй. Ой, упал сайт. Так, ну что, собрал? Да. Показывай, что получилось. Так, получился вот такой космический корабль. А, это брелок. Открылся получился? Яичко. Космический корабль, да? Открылось яичко. Прикольно, крейсер. На. Давай, на. Следующий. Дальше опять мастер Йода. Мастер Йода? Да. Это просто был Йода в мультике. Просто Йода в мультике? Да, и он бывает добренький. Добренький? Так. Это вы уже четвертое яйцо открываете, а шоколада только на два яйца лежит. Когда вы успели все съесть? Опа! Опять точно такой же. Точно такой же космический крейсер с воином. Два крейсера. Давай с Чубака еще не одета. Показывай два крейсера теперь, каких получилось. Так, два крейсера одинаковых получилось. Вот. Ну давай, следующий. Алиса, Чубака. Подавай. Какой? Чубака? Ну давай, Чубаку. С Чубаком. Посмотрим, будет там Чубака или нет. Нет, там, навряд ли. Нет? А как ты думаешь, что там будет? Тут еще есть Чубака. Ну, я думаю, что будет Биби. Ну давайте посмотрим. А я думаю, что мне не попадется, наверное, опять дядя. Да? Ну посмотрим сейчас, кто попадется. Я. Как ты думаешь? Дядя. Дядя? Да. Я думаю, Биби. Опа! Дядя! Это другой уже космический корабль. Да, да вот. Я сказал, что это тот на дядя. Вот он, вот он тут сучили. Ага. Так. А, вот.
Ты же этот не достал. Сейчас посмотрим. Вот какой космический корабль попался. Прикольный. Но это уже другой. Уже серия пополняется. Сколько тут вот серий? Штук 8, наверное, или 10, да? Так, вот два космических корабля есть. И Егор сейчас еще один соберет. Да, да? Последний еще одно яйцо откроет. И я буду. И да, и Алиса будет в завершении открывать киндер-сюрприз Макси. Да? Нет, киндер-макси. Киндер-макси? Ну, ясно. Да, я не хотела вместе открывать с няней вот такой киндер вместе. Ну, так ты сейчас и будешь его открывать. Да, одна только. Одна? Ну, открывай одна, если у тебя получится. А что, вот. Его не получается, что ли? Да, так. Вот это вот чудо, вот. Потом вот это. Это дядька. Дядька? Вот это, а вот. Так, дядька. Получился еще один крейсер. Показывай. Вот получился такой крейсер-брелок тоже. Нет. Так, ну и дальше. Последнее киндер-яйцо у нас и осталось. Я. Из серии «Звездные войны», да? Да, и я. И Алиса будет, да, открывать. Одна. Алисе уже не терпится открыть киндер-макси, да? Да, мне так хочется его открыть и съесть прям. Так хочется открыть и съесть? Я думаю, няня попадет. Ну, что тут будет? Дядь. Такой же или новый? Ну, не, я надеюсь, что новый. Чтобы... И я надеюсь, что... Ой, это дядька! Вообще да, это тот робот, а, робот. Тот золотой. Это PR, или как его как зовут? Сейчас посмотрим, что написано. Так, кстати... Вот 2 ПО, да? Да. Это робот, робот 2 ПО на корабле. Он прикольный, вот он такой. 2 ПУ. Так, ну смотри, Егор, как его собирать здесь. Сейчас Егор сделает. Ну, почти все, ну, это один раз только корабль повторился. А вообще игрушки все были новые, да? И мне это... Это здорово нам попалось, да? У нас так много шоколада. Столько много шоколада? Ну, по-моему, здесь его меньше, чем должно было быть. Половину вы уже съели, пока и Егор открывает. Я? Да. Нет, я да. не ел. Ел. И мы будем еще пландалировать. Ну, показывай. Вот такой 2 ПО получился. Ну и покажи все корабли, которые получились. Не только так, один, корабли. А мне так открыть. 2, 3, 4. Вот такие корабли получились. Ну, и там брелок еще получился, и еще какой-то прибор. Так. Ну ладно, то Алисе уже не терпится открывать Kinder Maxi. Давай, Алиса. Да, вот тут что-то. Открывай Kinder Maxi свой и посмотрим. И вот еще. Посмотрим, что там у Алисы. Да, прикольно. Все в одном. Ну-ка, покажи нам, какой Kinder. Ой, Алиса уже разломала. О, какой киндер большой! Мне гусеница попалась. Ничего себе, какая игрушка! А вообще игрушки! Ну-ка, я показывай нам, Алиса, нравится. Интересно же. Егор, покажи, что это там. Две собираются, они вместе или как? Походу, что да. это такое? Так, Алиса, я тебе попытаюсь все вот еще. Ну да. А что это? Покажи. О! Ух ты! Он еще это, ну-ка, дай посмотрю. Это как погремушка такая. Вот я пым-пым-пым. Пым-пым. А это цепляется куда-то? Ну-ка, да, это нужно вот так вот воду набирать и вот так вот бабахать. Да? Ну-ка, покажи, дай я посмотрю. А что это? Вот так, вот. Так, это вот... это попался такой кузнечик, наверное. Да, он на спине несет... На спине несет вот эту вот штучку. Вот. О, прикольно. Кузнечик. В траве сидел кузнечик, да? Кто знает эту песенку? Только нет. Не так. А, нет, все правильно, так, да? Угу. А, это брызгалка, вот сюда воду набирается, да? А, точно, вот тут это показано. Из-под крана набирается сюда вода. Так, и нажимается, и кузнечик ее разбрызгивает. Прикольный киндер Макси. А Алиса, он вкуснее, да, чем обыкновенный? Угу. Точно? Ну, больше. Но это вообще супер такая игрушка получилась. Киндер Макси, кузнечик с каким-то
водным, с водной пушкой. Вау, вау, вау. Да? Угу. Здорово. Это у Алисы будет самая крутая теперь игрушка. Да? Ну что, здоровские у нас киндеры получились. А Егор сегодня еще это, в школу стихотворения учил, песню про розового слона. Не хочешь нам ее спеть? Давайте. Давай, на всякий случай тут подсказку, это учебник положим. Но это как будет репетиция перед уроком, потому что Егор сейчас идет в школу на уроки. Ну и давайте послушаем, как песня «Розовый слон», да, стихотворение «Розовый слон», автор Глеб Глеб Горбовский, «Розовый слон». Слушаем. Так, начнем. Две бабы вышли на склон, жил на поляне розовый слон. Жил на поляне розовый слон, много веселых было в нем сил. Скучную обувь он не носил, умные тигры, глупый шакал. Двигались тише, если он спал. Был он снаружи, чуть мешковат, добрые уши, ласковый взгляд. Но наступили дни перемен. Хитрый охотник взял его в плен. Хитрый охотник взял его. И в зоопарке пасмурным днем стал он обычным серым слоном. Звери смеются, шутят о нем. Звери смеются, шутят о нем. Ай да красавчик! Серый как дом. Слон улыбнулся, слон их простил. Но почему-то слон загрустил. Зря он ваш, нету беды. Я ведь знаю, розовый ты. Может, случайно где-то во сне ты прислонился к серой стене. Добрый мой слоник, ты и свини. В жизни бывают серые дни. Скоро подарит солнце рассвет. Выкрасит кожу в розовый цвет. Молодец, Игорь. Похлопаем, Алиса, да? О чем это стихотворение или эта песенка? О розовом слоне. О розовом слоне. Но здесь же есть и подтекст, что не все в жизни нужно принимать в серых цветах. А когда-то и розовая полоса наступает, да? Угу. Нужно мечтать и стремиться к тому, чтобы мечты ваши осуществлялись, да? Угу. Ну что, всем говорим пока-пока. Пока. Подписывайся на канал. Бар, ты забита шоколадом и некому ничего сказать, да? Подписывайтесь на канал в гостях у Алисы Егора. Подписывайтесь на канал, лайки. Подписывайтесь, нажмите кнопочку. А Алиса с набитым ртом, полным шоколада, дарит вам сердечку и цифру 3. Пока-пока. Я сейчас собираю картину.